автор оперы Иван Сусанин. 6 букв. Не было такой оперы в 19 веке. И не могло быть. Как же так? Вот здесь указано. Опера называлась «Жизнь за царя». Композитор Глинка. Глинка. Пиши. 7:16. К дому подъехало такси. Номер не вижу, когда отъедет, скажу. Из такси вышел подозреваемый Гурьянов и направился к парадному. А вот и номер 2711 ММТ. Записал? Записал. Мифологическое чудовище, полубык, получеловек, рожденный женой критского царя Миноса от связи со священным быком бога Посейдона. Чё ты смеешься? Что это? С быком. Ничего смешного. Зоофилия. Разновидность полового извращения, направленного на животных. Статья 175. До 9 лет. Ужас. Так а как его? Покатай там. Ми. Но. Тавр. Чай заваривай. Здравия всем желаю. Здравствуйте, Виталий Семенович. Душно здесь у вас. Здорово, Виталь. Привет. Чай будешь? Я буду, а ты нет. Почему? Я на подмену. А тебя за углом микроавтобус ждет с оперативной группой. Что случилось? Квартиру грабанули. Ну, не Третьяковку же. Считай, что Третьяковку. Квартиру народного артиста из СССР ограбили. У меня Гурьянов появился. Я его 3 сутки здесь дожидаюсь. Послежу я за твоим Гурьяновым. Давай, тебя группа ждет. Сережа, проводи товарища Тихонова. Можно, товарищ капитан? Ни пух, ни пера. К черту. Здравствуйте, Стасик. Здравствуйте, Ной Маркович. Здравствуйте, Алик. Здравствуйте, товарищ капитан. Ну, почему же вас так много, а меня так мало? Где второй следователь? Сказали, ждет в квартире. Тогда чего мы ждем? Поехали. Стасик, у вас умопомрачительный пиджак. Шили в ателье. Жена привезла из Венгрии. Замок.
целехонький. Следов взлома нет. Значит, открывали ключом или отмычкой. Если отмычкой, должны быть следы. Царапины, заусенцы, насечки. Сколько же здесь комнат? 8. Здравствуйте. Капитан Тихонов, уголовный розыск. Буду расследовать преступление. Очень приятно. Поляков Лев Осипович. Визуальный осмотр ничего не дал. Надо снимать замок и к нам в лабораторию. Эксперт-криминалист Халецкий. Очень приятно. Лейтенант Лаврова. Очень приятно. Да ничего приятного, Лев Осипович, поверьте мне, не случилось. Когда у вас милиции полон дом, это всегда неприятно. Что у вас украли? Инструмент. Скрипку. Что еще? Откуда я знаю? Там все разбросано. Лев Осипович, я прошу вас, соберитесь. Я понимаю, что кража – это не только вторжение в вашу личную жизнь, но еще и оскорбление. Психологическая травма, к тому же пропал, как я понимаю, ваш любимый инструмент. Это Страдивари. Кто? Страдивари, итальянский скрипичный мастер 18 века. Антиквариат. Сколько примерно стоит? Она бесценна. Все имеет цену. Как суду определять нанесенный вам ущерб? Ущерб нанесен государству. Скрипка мне не принадлежала, она общенациональное достояние. Ее паспорт. Скрипка Санта-Мария. Страховая стоимость 560 тысяч долларов США. Но это совсем другой клинкор. Это же расстрельная статья, 500 000. Она что у вас, из золота с бриллиантами, что сделана? Ну, как вам объяснить? Это как, если бы вам дали пострелять из пистолета Дзержинского. Когда я впервые взял ее в руки, меня охватило предчувствие счастья. Я провел смычком по струнам, и она заплакала, потом засмеялась. Я никогда с ней не расставался, мы объехали с ней весь мир. Понятно. Пригласите понятых, начинаем обыск. А где хранилась скрипка? Там. Как грубо. Демонстративно грубо. Лев Осипович, скажите, шкаф закрывался? Всегда. Ключ где? Гвоздем можно открыть, однако же взломано. Входную дверь открыли, например, подобранным ключом, а шкаф взломали. А что ж получается? Значит, входную дверь открыл профессионал, а шкаф взламывал любитель? Так что ли? Дуэтом работали. Господи. Может быть, вам чаю крепкого согреть, Лев Осипович? Мне так хочется вам помочь чем-то. Спасибо. Хотите послушать, как она звучит? Звучала? Конечно, хочу. Магнитофон пропал. Ничего, поставлю пластинку. Секундочку.
Что это за концерт? У нас вообще здесь обыск идет. Какой магнитофон? Кассетный. Вот здесь стоял. Импортный? National. Паспорт есть? Где-то был. Найдите, пожалуйста. Послушайте, какой магнитофон? Ему красная цена $300. Ваш Страдивари на рынок не понесешь. А магнитофоны или, скажем, золотые часы, любой приезжий торговец хурмой купит у вора с удовольствием. Так что, Лев Осипович, пожалуйста, поищите хорошенько паспорт на магнитофон. И внимательно посмотрите, может быть, что-то еще пропало в квартире. Протокол можете вести? Конечно. Видите? Лев Осипович, скажите, а вы когда последний раз пользовались содержимым этого шкафа? Не помню. А что? Но не сегодня. Я час назад приехал с дачи. Вызвали. Не засохло. Портвейн. Лев Осипович, помогите мне, пожалуйста. Пожалуйста. Где у вас здесь портвейн стоит? Не трогайте. Под Сандеман. Этот. Ну, Маркович, дактилоскопируйте мне бутылку и бокал. Лев Усович, скажите, а вы кому-нибудь ключ от квартиры даете? Да. Кому? Соседки. Евдокии Петровне из 14-й квартиры. Она помогает жене по хозяйству, убирает квартиру. Что за люди ваши соседи? Хорошие люди. Исчерпывающие сведения. Станислав Александрович. Станислав Александрович. Скажите, вы будете расследовать кражу скрипки? Или вы, так сказать, дежурный следователь? Пока я буду расследовать кражу скрипки. Пока? Насколько? Пока не найду. Дело в том, что я следователь по особо важным делам. Просторечие важняк. Таких, как я, в Москве 25 человек. Понятно. Надеюсь, что вам понятно. Гражданка Обольникова Евдокия Петровна. Здравствуйте, Евдокия Петровна. Здрасте. Не стойте. Вот стул. Садитесь. Ничего-ничего. Мы постоим. Рот небольшой, чин невелик. А где ключи от квартиры товарища Полякова? Надежда Александровна, супруга Льва Йосича, всегда мне ключи оставляет, потому что я помогаю по хозяйству Надежде Александровне. А вы ключи никому не передавали? Евдокия Петровна, вы, может быть, кому-нибудь ключи давали? Хоть на короткое время. Нет, не давала. А с кем вы проживаете? Муж, сынок. 2 месяца назад в армию ушел. Дочка. Замужем. Не проживает с нами. А муж чем занимается? Шофером работает. А где он сейчас? В больнице. Ну, что с ним такое? Алкоголик он. Когда положили? Вчера положили. Приступ у него начался. Приступ в этой болезни называется запой. Когда он запил? В пятницу. Позавчера. Евдокия Петровна, я вам верю. Вы человек честный. Вы идите сейчас домой и там подумайте обо всех моих вопросах и про мужа. Подумайте. Я понимаю, он вам муж. Кровь родная. Проводите, Евдокия Петровна.
лейтенант Лаврова. Позвоните в отделение милиции и узнайте мне все про мужа этой прекрасной дамы из 14-й квартиры. Где у вас телефон? Лев Марш, дайте мне фонарик посмотреть. Можно узнать, что вы нашли? Обольников Сергей Семенович, год рождения, проживает, характеризуется крайне отрицательно. Пьяница, бьет жену, а раньше детей. Дважды привлекался за мелкое хулиганство. Неразборчив в знакомствах. Работает шофером в магазине. Раньше был слесарем-лекальщиком 5-го разряда на заводе «Знамя». Слесарь-лекальщик. Запросто дубликат ключа мог сделать. Что происходит? Расследование кражи. Вы должны объяснить мне. Но объяснять, Лев Осипович, еще нечего. Будут результаты, вы первые узнаете, уверяю вас. Вы знаете, мне неприятно это говорить. Но я не доверяю вам. Что так? Вы равнодушный человек. Вы чиновник. Вам все равно, что искать. Калошу или национальное достояние. А вот тут вы правы. По закону я должен одинаково с усердием искать и похищенные калоши, и картину Рембрандта Хармса ван Рейна. Это мой профессиональный долг. Глазам не верю. Сколько лет прошло? Я даже помню, как у этой твари хвост загибался. Черная кошка. А, из министерства звонили относительно Страдивари. А тут эта черная кошка из Непотидья пожаловала. По поводу черной кошки, про эту банду слышали только мы, ваши ученики в высшей школе милиции. А вы не знаете, товарищ генерал, как в дальнейшем сложилась судьба членов банды. Я помню, вы рассказывали, что их приговорили к высшей мере. Приговорили, приговорили. Но в 47-м году вышел указ Верховного Совета СССР об отмене смертной казни. Так что Горбуна и Фокса расстрелять успели, а вот с остальными не знаю. Станислав, запроси в архиве данные по членам банды. Если так вы остались. Ну и об их родственниках. Есть. Значит, утверждаешь, что в квартире орудовал один человек? У гражданина Полякова пропало два дорогих кожаных импортных чемодана. Я думаю, что вор упаковывал туда украденное. Если бы воров было двое или больше, пропали бы остальные чемоданы. У гражданина Полякова есть что уносить. И потом вор пил портвейн из стакана. Стакан один. А может, второй из горла отхлебнул? Может быть, но не похоже. Почему? Потому что выпито полбутылки. Портвейн крепкий, португальский. Не как наш Санцедар. Двоим мало, одному как раз. А ты откуда знаешь, пробовал? Нет. Я градусы на этикетке прочитал. А Ной Маркович обнаружил отпечатки пальцев одного типа на бутылке. Что еще? Преступление было совершено с часу до трех ночи. Почему до трех? Ну, потом народ уже какой-то появляется, дворники на утреннюю смену идут. Опасно с двумя чемоданами по улицам шляться. Ну, ладно, принимаем как рабочую гипотезу. Кстати, я вам стажера прикрепил. Где он? Не звали. Почему? Ну, рано ей еще на совещание генерала милиции ходить. Соплячка она еще.
Позови, она член следственной группы. Значит, должна присутствовать на всех совещаниях. Как скажете, Владимир Иванович. Товарищ Лаврова, будьте любезны, поднимитесь, пожалуйста, в кабинет к товарищу генералу. Как она? В каком смысле? Снесла. Ах, в этом ничего, впечатлительное очень. Разрешите? Проходи, садись. Нет, нет, сядь рядом с Тихоном. У него пиджак красивый. Ты мне скажи, что ты такое наговорил народному артисту, что он самому заместителю министра внутренних дел собрался звонить? А вы откуда знаете? Знаю. Но он же не позвонил. Я это тоже знаю. Мой тебе совет. Ты это хотя бы на время расследования язык свой попридержи. Да где они? Черт, пошел. В правом кармане кителя. Станислав. Станислав! Что, Владимир Иванович? Вы не калоши украденные ищете, а национальное достояние. Найти скрипку – это дело чести всей советской милиции. Тут, как говорится, или пан, или пропал. Или Веркин. Дырки на погонах для звезды и на кителях для орденов. Или вон из органов. А черная кошка – это привет мне послан из прошлого. Товарищ капитан, простите, я хотела сразу сказать. Что же помешало? Неудобно. Прийти и сразу заявить, что я дочь генерала Шарапова, согласитесь, это было бы странно. Соглашусь. Вы не обижаетесь? Да нет, ну что вы, не боже мой. Советский милиционер не имеет права поддаваться эмоциям, тем более при исполнении служебных обязанностей. Этим, кстати, мы здорово отличаемся от американских полицейских, в частности, и от полицейских других капиталистических стран вообще. Американские полицейские обидчивы? Невероятно. Вот давеча в штате Калифорния один стажер нажаловался на сержанта, к которому был представлен начальство. Так вот, сержант обиделся и пристрелил стажера. Их нравы. Но мне бояться нечего. Вы же советский милиционер, а не какой-нибудь калифорнийский полицейский. Абсолютно. Тогда я жду распоряжений. Их есть у меня. Надо поехать к Полякову и составить вместе с ним генеалогическое древо из всех его знакомых, родственников, друзей, врагов. Лев Осипович утверждает, что у него нет врагов. Вот мы ему глаза-то и откроем. Хорошо. Вот и попали. Зерно должно умереть, прежде чем прорасти. Библия. Древнеиндийский эпос Махабхарата. Сейчас с отчеству не легче.
Открывай. Это психушка. Желтый дом. Нет по пропускам. Лапы прибери. Я так не вижу. Мне надо документ изучить. Изучай. Ты куда? В МУР буду звонить. Узнаем, кто ты такой. А то, видишь, надел пиджак заграничный, на машинке разъезжает. Сейчас мы узнаем, что это за фрукт. Отдай удостоверение, слышь ты! Гряк воротный. Алло, справочная! Телефон Мура дайте! Телефон Мура! Алло! Ты чего это? Да я сейчас... Ты просто соловей-разбойник. В органах служил? Служил. В каких? В Бутырке, надзирателем. Я так и думал. Ты чего это? Да я тебя... В лагерную пыль я тебя да сотру! Ты умом маханулся, дурашка. Кто ж тебе позволит-то, гнида казематная? Свидетелей-то нет. Морду умой. Ворот сам открою. Обольников, вам сказали, кто я? Я и так вижу, кто вы. Я повторяю, на всякий случай. Капитан Тихонов. Вы ключики от квартиры Полякова передавали кому-нибудь? По доброте душевной. Думаете, сунули мне в нос книжечку свою красную? Любое беззаконие вам дозволено. Нет уж, погодьте. Являетесь в больницу. Человеку больному, которому жить досталось неизвестно сколько. Начинаете фигурировать правами своими. Добросы оскорбительные учиняете. Товарищ, товарищ. Принесите одежду этого гражданина, я его забираю. Куда это вы меня забираете? На Петровку, 38. В камеру предварительного заключения. Да? А за что? Да по дороге придумаю. В квартире Полякова совершена крупная кража. Ничего я не знаю про это. Здесь я в больнице лежал, когда квартиру скрипача внесли. Так откуда вы знаете, что кража совершена, когда вы в больнице лежали? Так догадался? Зачем у жены брали ключи от квартиры Полякова и кому их передали? Ничего не скажу. Знаю я вас. Одевайтесь. Что, здесь, что ли? Где можно переодеться? В сортире. Вперед. Где у вас позвонить нужно? На посту. Здравствуйте. Здравствуйте. А можно позвонить? Пожалуйста. Привет, это Тихонов. Есть что для меня? Стажер Лаврова звонила? Это хорошо. Это очень, очень хорошо. Спасибо. Пожалуйста. Заходите еще. Все непременно.
Не выходил? Нет. Леночка, пришел ваш начальник. Сидите, сидите. Чай? Нет, спасибо. Надежда Александровна, а что все-таки случилось с замком? Он заедал. И? И слесарь, то есть сантехник, починил его. Вы рядом были, когда он чинил? Да. Нет, я на кухню ходила. Нужно было шум с бульона снять. Долго снимали? Минут 5. Очень любезный старичок. А что еще починил в квартире этот любезный старичок? Он пришел к нам неделю за 2 до кражи. Мы раньше его никогда не видели. Представился слесарем-сантехником из дома управления. Кран потянул, прокладку сменял. Очень любезный. Даже денег не потребовал. Ну вот я и попросила его, чтобы он замок починил. Он заедал. Спасибо. Ах! Елена Владимировна, можно вас? Прошу прощения. Чем занимаетесь? Составляем список родственников, знакомых, коллег, соседей. И много уже? 87. С ума сойти. 100 лет придется разбирать. А вы знаете что? Вы распределите их по группам. Отдельно скрипачи, отдельно слесари, отдельно родственники. Отдельно соседи и так далее, и тому подобное. Хорошо. Хорошего мало. Пока. Работайте. И никакой самодеятельности. Хорошо. Надо отвечать. Слушаюсь, товарищ капитан. Хорошо. Салам алейкум! Не помешал? Я чист. Чист как кристалл. Не можете вы, уважаемый Армен Акашотович, с вашей криминальной биографией быть чистым. Вы многогранный. Как кристалл. За изготовление фальшивых 25-рублевых купюр сидели? За незаконные валютные операции сидели? За хищение в особо крупных размерах государственных средств? Сусангист. Ладно, я, в конце концов, не совесть ваша. Я к вам по делу. Кого может интересовать скрипка Страдивари? Но... Только одна сучара способна на такое. Кто?
Моня Садомский. Как? Садомский. Крикуха? Фамилия. Он у Большого театра шьется. Билетами спекулирует. А не любите вы Садомского? Армена Кашотович. Прощайте, Станислав Александрович. Привет. Здравствуйте. Здрасте. Привет. Здрасте. Не шевелись. Сейчас уколю булавкой, опять будешь плакать. Нас Трапезникова пригласили сегодня на закрытый просмотр «Белый зал» Дома кино. А потом на ужин. Я не могу. Почему? Работа. Можете подумать о смене работы? Почему? Ну, чтобы не думать о смене жены. Не вижу связи. А ты многого не видишь. Анастасия Михайловна, может, мне с вами пойти на закрытый просмотр, а то Станислав Александрович занят? Пошла вон. Ну, не люблю я Трапезниковых. Они пошлые и фальшивые. Да? А кого ты любишь? Тебя, Галку. Галку? А дочери вспомнил? Кстати, а где ты был сегодня ночью? В ларьке. Где? На оперативном задании, в засаде. Да. Полная засада. Ты зачем меня звала? Твоя дочь ушла из университета. Куда? А ты спросил лучше, когда? Когда? Месяц назад, как выясняется. Где она? Не знаю. В Лире, Буратино, в Национале. Где? Где еще быть? То есть ты знала? Все это знала и молчала? А ты меня спрашивал? Подарок на день рождения, подарок на Новый год. Вот, это все твое отцовство. И где мне нужно было тебе говорить об этом? В твоем ларьке? Ну что с тобой? Что с тобой происходит? Я подаю на развод. Тихонов слушает. Соединяюсь с оперативным дежурным. Соединяй. Привет, Стасичка. Это я, капитан Бессмертный. Что еще стряслось? Вам анонимочка поступила, в которой указан тот, кто скрипочку украл. Спасибочки.
Показывайте. И все? Все. Отпечатков пальцев нет ни на листке, ни на конверте. В перчатках работали. Буквы вырезаны из газеты и «Известия». Как пришло письмо? В дежурную часть принесла какая-то старушка. Что за старушка? Данные не записали. Ну, как всегда. Старушка сказала, что письмо для следователя Тихонова. Хорошо. Кто такой этот Конников? И Конников. Ух ты! А? Вот он. Музыкант. Он был музыкантом. А сейчас он лаборант-герпетолог в серпентарии Института токсикологии. Можно по-русски? Герпетология, наука о змеях. Серпентарий – место, где змеи содержатся. Он добывает у змей яд. Доит их. Дойер, что ли? Осталось узнать, где у змей вымя. Вот мы этим сейчас и займемся. Где находится этот змеючник? В Сокольниках, на 6-м лучевом просеке. Поехали в Сокольники. Я в лабораторию. Справедливость свершилась. Когда-то Лёва украл скрипку у меня, теперь Страдивари украл кто-то у него. А поподробнее? А поподробнее? У Александра Сергеевича Пушкина в бессмертном произведении «Моцарт и Сальери». Я перечитаю. А сейчас я хочу услышать, как и когда гражданин Поляков украл у вас скрипку Страдивари? Мы учились в одном классе в консерватории у народного артиста республики великого Ямпольского. Среди учеников Ямпольского Григорий Коган, но это уже было после нас. Знаете, кто такой Коган? Да, народный артист СССР, тоже скрипач. А я был любимым учеником Ямпольского. Я был лучшим. Очевидность моего таланта не отрицал никто. Ни педагоги, ни студенты. У вас, Пашенька, дар Божий, часто говорил мне мой учитель. И в самом деле, любое самое сложное произведение я играл прям-таки с лету. На разбор самой сложной сюиты мне нужно было максимум 3 дня. 3! В то время как круглый отличник корпел над этой же сонатой неделями, а то и месяцами. Круглый отличник – это Поляков? Да. Лев Осипович Поляков. А я над ним смеялся. Я его жалел. Даже помогал ему. А он молчал и трудился. Наконец, накануне выпускного концерта, который одновременно являлся государственным экзаменом, директор консерватории объявил, что народный комиссар просвещения распорядился выдать из государственного хранилища редких и особо ценных музыкальных инструментов скрипку работы Антониуса Страдивари лучшему студенту, признанному по результатам государственного экзамена, в пожизненное пользование. Никто
консерватории не сомневался, что скрипка моя. У меня уже тогда до экзамена просили разрешения сыграть на Страдивари. А мой мастер Ямпольский светился от счастья, от радости. Наконец наступил экзамен. Первый состав Московской государственной филармонии. Дирижер, тогда еще начинающий, Александр Шамильевич Беликпашаев. Полный зал. Люди стояли в проходах. Я играл как бог! Как гений! Я закончил играть. Несколько мгновений в зале стояла тишина. А потом зал встал. И началось. Аплодисменты не смолкали. 38 минут. Беликпашаев, человек сдержанный и в чем-то даже высокомерный, троекратно меня поцеловал. А мой учитель плакал. Потом выступали другие выпускники и Поляков. А по окончании концерта, через 3 часа, комиссия наркомата просвещения и партийный комитет консерватории приняли решение отдать скрипку студенту Полякову как круглому отличнику и сталинскому стипендиату. В тот день я ушел из музыки навсегда. Но сегодня у меня праздник. А праздник по русскому обычаю принято отмечать. Павел Васильевич, а вот в этой конфигурации Моцарт и Сальери вы кем себя видите? Решайте сами. Будем решать. Павел Васильевич, а кто вас чиферить научил? Гриша Белаш, знакомый. Чем занимается этот Гриша Белаш? Гриша Белаш – лучший в нашей стране настройщик музыкальных инструментов. И он может быть знаком с Поляковым? Белаш учился в консерватории по классу скрипки. И работает настройщиком фортепиано? Да. Он сделал правильный выбор. Это следователем можно быть вторым, третьим, 18-м. Ваш номер 8. Надо будет, спросим. А скрипачом нет. Если ты, конечно, не играешь в фойе перед киносеансом, скрипачом можно быть только первым. Первым, не вторым. На втором как-то бессмысленно. Неинтересно. И даже некрасиво. Павел Васильевич, а у вас есть версия, кто украл скрипку Страдивари? У меня нет версии. Я знаю, кто украл скрипку Страдивари. Вы не будете говорить? А зачем мне у вас хлеб отбирать? Как сказано в одной известной книге,
ищите, да обрящите. Ну, тогда я вас вызываю завтра в 9 утра в управление для дачи показаний под протокол. Вызов принял. Пойдем посетим еще одного деятеля культуры. Дядя какой-то странный. Кто звал Моню? Я звал. Что нас интересует? Нас интересует преступление и наказание. А такой оперы нет, молодой человек. Еще не сочинили. Я так понимаю, что суета вокруг Страдивари происходит. У вас есть информация о похищенной скрипке? Есть. Я не имею к этому никакого отношения. Я старший распространитель Центральной театрально-концертной кассы. Кстати, хотите завтра попасть в театр на Таганке? Там идет пьеса «Добрый человек из Сизуана». Желающие попасть записываются за несколько месяцев вперед. Я видел. А кем вы до этого работали? Концертным администратором филармонии. И с кем работали? Со мной работали многие. Ряд видных советских музыкантов. Иконников с вами работал? Конечно. Он в свое время был отличным скрипачом, но что-то ему не повезло. У него был плохой характер. Расскажите про Иконникова. Когда он ушел из большой музыки, он начал преподавать. Надеялся воплотить в своих учениках самого себя. Лучшим из учеников был Гриша Белаш. Не зря же он взял для исполнения на конкурсе концерт «Пуньяни». Любимое произведение Иконникова. Белаш был учеником Иконникова? Да. Ну а что произошло на этом конкурсе? Поляков был председателем жюри. Гриша Белаш отлично выступил, был лучшим. Но Поляков все равно присудил ему второе место. После конкурса между ними всеми случился ужасный публичный скандал. Иконников прилюдно назвал Полякова подлецом. Он после этого ушел со сцены. Ушел и Гриша Белаш. А вы его знаете, Григория Белаша? Да. Приятный молодой человек. Но не без странностей. Что вы имеете в виду? Поясните следствию. А я ничего не имею в виду. Просто человек, который якшается и с Иконниковым, и с Поляковым. У меня вызывает подозрение. Бррр. Какой... мерзкий слизняк этот, Содомский. В этой истории что Поляков, что Иконников, людишки так себе. Гнилые людишки, как и вся богема. Все они такие. И актеры, и балетные, и писатели. Опять же, обратимся к Пушкину. Не он ли говорил, словами этого мерзавца Сальери? Уже ли он прав, и я не гений? Гений и злодейство – две вещи несовместные. Неправда. О Буонароте
Или это сказка тупой, бессмысленной толпы, и не был убийцею создатель Ватикана? Как вы думаете, Станислав Александрович, кого имел в виду Иконников, когда сказал, что знает, кто украл скрипку? Ну, не Садомского, конечно. Тварь еще та. Но к хищению Страдивари вряд ли причастен. Я все-таки установил за ним слежку. Почему он подставил Белаша? Вот пора бы нам вызвать этого Гришу Белаша. Кто меня действительно интересует, так это этот настройщик. Почему? Ну, во-первых, само слово «настройщик» мне не нравится. Похоже на слово «решальщик». А так в воровском мире называют тех людей, которые разрешают конфликты между уголовниками. А во-вторых, он научил Иконникова чиферить. А где сам научился? Чифирь — абсолютно тюремный опыт. С утра у нас Иконников. Значит, Белаша позже. Пойду я, Елена Владимировна. Дела семейные. До свидания. До свидания, Станислав Александрович. Я сейчас возьму и тебя, и Босха. А, так ты из милиции, чувак. Из нее. И сейчас типа репрессии начнутся. Похоже, так. А где гуманизм, чувак? Вот я. Я из простой трудовой профессорской семьи. У меня батя, не разгибаясь, смотрит в микроскоп, он микробиолог. У меня мама. Еще того хуже, кандидат химико-технологических наук. Она обученная вся. У меня дома потолок желтый от стронция. Ты меня тронул? Как тебя по-человечески? Юра, как первого космонавта планеты. Слушай, чувак, прими от меня этого Босха в подарок. Жену пора. Пока. Привет, девицы. Привет, цветочки. 15 копеек. 15 копеек. А вот это почем? 20 копеек. Почему так дорого? Всегда 15 было. Олимпийский тариф. Акстись, старая. Олимпиада через год. Другой олимпиады в моей жизни не будет. Надо сейчас деньги зарабатывать. Понял? Логично. Так, слушаю вас. Слушаю вас. Ты видела место? Видела. Кто выбирал? Привет. Здравствуй. Ты освободился? Освободился. Знакомься. Клим Горелло. Клим. Клим — кинорежиссер. Да мне хоть летчик-космонавт. Слушай, Клим. Вот эта женщина, которой ты так по-хозяйски положил руку на плечо, моя жена. И что? Ну, то, что мне это не нравится. Стасик, держите себя в руках. Заткнись, жаба навозная. Послушайте, ну я же не вам руку на плечо положил. А, Анастасия, может, ей нравится. Давайте у нее спросим. Ладно. Пойдем со мной. Зачем? Сценарий я написал. Хочу посоветоваться. Ну, передайте экземпляр через Настю. Я прочитал, но только не скоро. У меня сейчас съемочный период. Ну что ж, придется устно.
На горячее что заказывали? Мясо по-суворовски. Вот она! А ты что же, два привезла? Ну ты даешь. Милиция! Уже была. Случилось? Ничего. Просто не спится, вот решил поработать. А вы что здесь делаете? Читаю архивные дела по черной кошке. Чего здесь? Взяли бы домой. Нельзя. Видите, гриф? Только для служебного пользования. Грифы, ястребы, коршуны. Все вот это ерунда. Ваш папа, генерал Шарапов, начинал свою службу в милиции под водительством легендарного Глеба Егорыча Жеглова. А тот любил повторять: вор должен сидеть в тюрьме. Вот и весь гриф. Ну, а вы нашли что-нибудь? Да. Оказывается, в 54-м году по амнистии из мест заключения была освобождена некая Леонелла Астафьева. Эта Астафьева работала буфетчицей в вагоне-ресторане и реализовывала через ресторан награбленное бандой «Черная кошка». А кроме того, Астафьева была любовницей одного из главарей банды Алексея Ефимова по кличке Фокс, расстрелянного по приговору суда в 48-м году. И в этом же 48-м году Астафьева в следственной тюрьме родила ребенка, мальчика, отцом которого предположительно является Фокс. После амнистии она поселилась в Москве, забрала ребенка из детского дома, по подложным документам устроилась в Черемушкинский райпищеторг, где и проработала продавщицей в пивном ларьке до самой своей кончины в 63-м году от рака пищевода. А ребенок где? Завтра отправлю запрос. В живых из членов банды остался Тимофей Литвинов по кличке Крест. 2 года назад бежал из мест заключения, до сих пор не пойман, а ведь он сидел вместе с Фоксом, пока того не расстреляли. Что же, он с 48-го года так сидел? Нет, он тоже был отпущен по амнистии 54-го года, но через 3 месяца после освобождения совершил разбой с убийством, был осужден на 15 лет. В лагере опять совершил убийство, был осужден на 10 лет, и того методом сложения и поглощения 25 лет. Идите домой, Леночка. Поздно уже. Завтра со всеми разберемся. У нас новости. Отпечатки пальцев на хрустальном бокале, изъятом из шкафчика бара при осмотре квартиры Полякова, Л.О., идентичны отпечаткам большого, указательного и среднего пальца гражданина Обольникова, С.С., 1914 года рождения, проживает в городе Москва, привлекался к ответственности за хулиганство. Здорово. У него железное алиби. Он в ночь воровства в психушке был. Да что ж получается, этот хорек. В квартире народного артиста распивочную открыл. Надо объявлять его в розыск. Неохота, конечно, тратить государственные деньги на эту шваль, но придется.
время 8 часов. А что по анонимке на иконе? Отпечатков пальцев нет. Буквы вырезаны из газеты «Известия». На одной из наклеенных букв обнаружены микрочастицы медицинского талька. Версии? Какие могут быть версии? Человек, делавший письмо, мог страдать кожными заболеваниями. Может быть, остатки талька были в медицинских перчатках, которые он надевал, чтобы не оставить отпечатки пальцев. А может быть, это была женщина. Потому что тальк входит в состав женских пудр. Много еще чего может быть. Женская пудра. А что, бывает мужская пудра? Бывает. У актеров, у балетных танцовщиков, в цирке, у клоунов. Да, страшно представить. Сидит клоун, клеит анонимку, а у него с рожи пудра сыпется. Ладно, сейчас вернусь. Пойду лицо умою. Доброе утро. Зубную пасту, щетку и мыло. Мыло какое? Любое, не вонючее. Могу предложить детское. Оно без запаха и не сушит кожу. Его. Его. А полотенца нет? Полотенца в универмаге. Я на всякий случай спросил. Из дома выгнали. Почему вы так решили? Молодой человек, только не говорите, что вы собрались в поход. У вас острый глаз, как у индейского вождя. Просто я трижды была замужем. Последнего выставила за дверь 5 лет назад. Сейчас вернусь. Подождите, а что тальк вы сами делаете? Да. Медицинский тальк от псориаза, экземы, потнички, сыпи, шелушения и сибарей. Одним словом, от кожных заболеваний. И что? Лечит? Помогает. Потом вернете полотенце казенное, мыло, щетка, паста. С вас 1 рубль 17 копеек. И это присовокупите? 7 копеек. Спасибо. Лора, ты что, хочешь меня обмануть? Мы с тобой уже 300 лет знакомы, Лора. Ты уже должна знать, что Моню обмануть невозможно. Травиата должна приносить мне 350 рублей. Моня, если бы я верила в Бога, я бы спросила, есть ли у вас совесть. С Травиаты можно взять 120, но от силы 130 рублей. С Байдерки на прошлой неделе вообще еле сотнягу наскребла, а балет вообще перестал кормить. Васильев и Максимова еще до сих пор за границей? Хватит бухтеть. 350 рублей и все. А если меньше, то перейдешь на ту сторону улицы. Продавать билеты всю жизнь возле того клоповника, который малым театром зовется. Только не это, Моня. Вы меня на корню рубите. Да такую женщину, как ты, на корню не разрубишь. Давай, Лаве.
Всем привет еще раз. Тальк на экспертизу на соответствие образцам, полученным на анонимке. Где достали? В аптеке. Елена Владимировна, вот этих всех, вот этих, проверить на наличие кожных заболеваний. Зачем? Затем, что тальк лечит кожные заболевания, такие как псориаз, экзема, сухость, сыпь, потнички, шелушение, себорея. И вот кто из них чешется и шелушится, тот и спер скрипку Страдивари. Вот так. Девять уже. Где Иконников? А? Звоните по месту работы. А я тогда за Обольниковым съезжу. Ну что? Навел справки? Навел. И? Ошибочка вышла. Извините, товарищ капитан. Значит, мир и дружба. Открывай. Извольте предъявить удостоверение. Ты же его видел. Видел и проверял. Но по инструкции обязан проверить заново. Слушай, а у вас в больнице отделение челюстно-лицевой хирургии есть? Здравствуйте, гражданин Обольников. Вернулись. Здравствуйте, гражданин следователь. Не понимаю я ваших намеков. Откуда это я вернулся, если отсюда никуда не уходил? Да? А кто в сортире из окна сиганул? А, это вы про это. Так это на меня помутнение нашло. От сортирного воздуха, спертого. Кислород у нас стал необходим. Вот я в парке выпрыгнул. Ну, пойдем тогда. Не, процедура у меня. Коктейль кислородный принимать буду. Я ведь болен очень, если вы помните. Помню. Помню. Понятые, зайдите. Обольников. На хранение принято пиджак коричневый, брюки ХБ, рубашка синтетическая, майка голубая, полуботинки бежевые, ключи, паспорт 67 копеек. Открывайте. Ой! О! Молодец, Сергей Семенович. Просто мастер золотые руки. И замок вскрыл, и шурупчики вывернул. Вот зачем он из сортира-то выпрыгивал. Ну, и где ваши ключи, Обольников? Снимайте халат, пижаму, одевайте свою одежду. Зачем? В тюрьму поедем. Не дамся! Руки на себя наложу! В окно выпрыгну! Получи! Сатрапы! Устроили свалиться гестапо! Санитары, пожалуйста.
я решил принести свои чистосердечные показания в расчете на вашу совестливость и сознательность. Ведь хочет. Водички в горле пересохло, а? Что ты там насчет явки с повинной говорил? Ну, был я на квартире у скрипача. Был. Это я знаю. Только ничего не воровал. Я оттуда захмелился сильно и заснул. А как? Когда проснулся? Время. Сейчас ночи. Паш, картридж из похмелюги. А поправиться негде. Магазины закрыты. А на рестораны мы люди бедные. Тратиться не можем. Спасибочки. В безвыходном положении я оказался. Думал, помру до утра. А когда понял, что кончаюсь, решил пойти к скрипачу. Ну, знал, что они на даче. В долг у него выпить, в долг! Думаю, с пару бутылок прихлебну, ему урона никакого, а мне, может быть, о смерти и спасении! А когда я узнал, что обнесли скрипача, то я испугался. Ой, спасибо тебе. Ключ кому-нибудь передавал? Не упаси Господь! Вот руки были бы свободны, я бы перекрестился. Ну, блядь, Женин ключей я сделал казнь. А так что передавать? Нет, не было такого. Не было! Ой, спасибо тебе. Спасибо. Гуля! А как же я-то? Так ты меня хоть развяжи, хоть! Беги отсюда! Сумасшедший! Сержант Андреев. Что случилось? Это легкоатлетический забег в преддверии Олимпиады, товарищ капитан. 3-16, 3-17. Серега, подожди, спасибо. Давай, попей, попей. Сейчас воду не пей, будет тяжело, я тебя прошу, Серега. Обходи, воду возьмите все. Легче бежать будет, давай. Ты с какого отделения? 38-й сокольники. Давай, друг, представь, что ты пристаешь опасного преступника. Бур с тобой. Ну, у кого воды? Все приборы,
Товарищ Тихонов, вы куда? А почему не на партсобрании? Я за пивом иду, товарищ подполковник. Что? За каким пивом? Вы что, с ума сошли, что ли? За чешским. Меня товарищ генерал послал. Вам брать бутылочки три. Я на вас рапорт подам. Трепло, сам напросился. А в Америке гангстеры пересаживают кожу с пальцев ног на подушечки пальцев рук хирургическим путем. Шандец. Похоже, схлопотал еще один выговор с занесением в личное дело. За что? Сам дурак, нашел с кем шутить. И с кем? С подполковником Каледой. Да. С этим шутки плохие. Да. Добрый день. Я Григорий Белашев. Здравствуйте. Проходите, садитесь. Повестку дайте, пожалуйста. В логическом порядке? Желательно. Вы меня тогда не торопите, дайте возможность все вспомнить. А я вас и не тороплю. Вспоминайте. С вокзала я отправился в гостиницу. Номер мне был заказан в Европейской. Оттуда пешком, это напротив, филармонию. Освободился я там часа в 4, наверное, и поехал на мойку к Евгению Константиновичу Преображенскому. У него совершенно волшебный стендвей, но жутко капризный. У Преображенского я пробовал до позднего вечера, хотя рассчитывал управиться в два счета. Группа высоких не строила. Кажется, в этот день все. На другой день я работал в консерватории, потом поехал к Медведевым приятелям. Вернулся часа в 3 ночи. В воскресенье я опять работал в филармонии, потом ужинал вместе со знакомой в ресторане «Кавказский». Вы давно знакомы с Иконником? Григорий Петрович, вы можете идти, но попрошу вас завтра в 9 утра прибыть сюда для продолжения допроса. Да, но у меня работа, я... В 9 утра. Григорий Петрович, вы сейчас не знаете, где скрипка? Что? У вас будет время подумать над моим вопросом до завтра. Откройте. Кто может рассказать, что здесь произошло? Она. Назарова Людмила Александровна. Я младший лаборант в лаборатории Института токсикологии. В обеденный перерыв это случилось, я Павлу Васильевичу пробирки принесла, а он на полу лежит, и на нем змея. Это? Она. Коралловый аспид. Она велась на нем. Я этот ужас увидела. Закричала истошно. На крик Фетисыч прибежал. Он ее палкой убил.
Прошу всех покинуть помещение, кроме сотрудников органов. Ной Маркович, приступайте. Смотрите вы. ПВ, все в порядке. Шарманка на месте. Сижу тихо, жду указаний. Садомский сел в такси «Волга», 44-17 ММТ. Проехал до улицы Планерной, там он отпустил машину. На Планерной в ресторане «Вечернего» встретился с человеком. Человек пожилой, крепкий, серьезный человек. Вот этот? Нет, я же говорю, серьезный дядечка с биографией, душегуб. У него на роже каждая морщина, как зарубка об отсидке. Дальше. Говорили долго. Пришлось заказать чехокбилли и 100 грамм коньяку. Вот счетик. Чехокбилли оказался суховат. А без коньяка нельзя было обойтись? Маскировка. Моня говорил мало, в основном слушал. Выглядел чрезвычайно испуганным. Кстати, расплатился он за обоих и ушел первым. Я проследовал за ним, проводил его до дома. Живет он в центре на Сретенском. Садомского дальше пойти. А Страшенного этого, если еще раз увижу. Моню. Магнитофон обнаружился. Где? В мастерской по ремонту радиоаппаратуры на Тишинке. Обнаружил участковый старший лейтенант Менделеев. Он сейчас в мастерской ждет вас. Рано они начали вещи скидывать. Рановато. Почему? Да потому что воры после кражи обычно месяца на три, а то и больше затихают. Заползают в норы, как хорьки с добычей. И отлеживаются, пока идет рыскная суета, пока она в самом разгаре. И только потом они начинают по барыгам и комиссионкам ворованное реализовывать. А тут чуть ли не в тот же день магнитофон всплыл. Странно. Очень странно. Поехали. О! Мне надо позвонить, я вас догоню. Алло, здравствуйте, Анастасию Тихонову позовите, пожалуйста. А куда ушла, не скажете? Спасибо. Здорово, Менделеев. Здравия желаю, товарищ капитан. Ну, Маркович, ты знаешь, это наш стажер, товарищ Лаврова. Ну, рассказывай. Обнаружил я у приемщика, гражданина Комова, бесконтенционку. Не стал он, значит, выписывать квитанцию на ряд на ремонт магнитофона. Какая бесконтенционка? Товарищ инспектор, ну зачем шум поднимать? Приятель ко мне зашел. Предохранитель ему сменить. Так что мне 8 копеек с него потребовать? Давайте я сам эти денежки в кассу вложу, оформлю заказ. И раз на это дело пошло, и все. Фамилию приятеля, домашний адрес, быстро. Коль зовут. Больше ничего не знаю. И это... Хватит детектива разыгрывать. А? Застукали на бесконтенционке, так выписывайте штраф. И идите настоящих преступников ловить. А мне
Работать надо, выполнять государственный план по обслуживанию населения. Ну ты даешь, начальник. Испугал кота сосиской. Ну что, я Ксиву Ментовской не видел, что ли? А это книжица моя тебя с ног сшибла. Чего ты такой наглый, а? И такой осведомленный. Менты, ксива. Что за собачья лексика? Так у него же судимость была, Станислав Александрович. Так ты уже не девушка. Простите, Елена Владимировна. За что присел-то? Да не за что, судебная ошибка. Спекуляция. Торговал транзисторами и магнитофонами. И это очень хорошо. Одна судимость у тебя уже есть, скупка краденого прибавляется, и того на круг с рецидивом 7 лет получается. Где краденое? Где краденое? Товарищ старший лейтенант Ной Маркович. Это он. Это он. Это он с грабежа магнитофон. Ну что, прищемленный, признаваться будем или отпираться будем? Ты перестри, ты скоро отдавишь. Говорить будешь? Да буду, 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 буду. Вчера эту машину принесли. 2 пацана лет 18. Сговорились, завтра придут, заберут. Это откуда я знал, что они уперли его? Ты мне скажи, теперь лучше, чем мазать. Дурайка моя, мне все глаза выцарапает. Примет за засос. Это какой же рот-то надо иметь для такого засоса? Как у Эдит Пиаф. Не буду мешать вашему веселью. Нервная дамочка. Помалкивай. Знаешь, вот что. С тобой до конца дня здесь остается товарищ Менделеев. Поработает, так сказать, приемщиком-дублером. Понял? Понял. Это что, арестом считать? Это у нас считается засадой. Извините. За что? За грубость. За грубость не извиняйтесь, работа у нас грубая. Ну, тогда скажите мне, за что? Я чувствую, что нужно извиниться. За что, не знаю. Может быть, за то удовольствие, с которым вы смеялись, кабрезные шутки? Я не смеялся. Вы эту шутку начали. Согласен. Культурный уровень сотрудников милиции зачастую низковат. Мой тоже. Я буду бороться. Кому куда? Я на метро. Елена Владимировна. Книги купил. Полгода за ним по всей Москве гоняюсь. Догнали. Подарок вам. Что вы? Я не могу принять такую вещь. Хотите, поменяемся? Например, на Пьетро Делла Франческо, издательство Корвина. У меня есть.
И Пьетро есть, и Босх. Это я про всякий случай купил, так что берите. Берите. Спасибо. Спасибо, Станислав Александрович. Станислав Александрович. Да. Не поймите меня превратно. Вам сейчас негде жить. С чего вы взяли? Потому что вы ночуете в кабинете. А вам что за печаль? А зачем вы так? Простите. Простите меня. А поживите у меня. Пока у вас не наладится. Как? Где? В Черемушках. А я пока у родителей. Чудак ты, Тихонов, а не Шерлок Холмс. Что мы имеем? Скрипка украденная одна. Труп свидетеля или подозреваемого один. Анонимное письмо одно. Записка у убитого одна. Ну и обнаруженный магнитофон один. Вопрос. Смерть Иконникова насильственная. Или самоубийство? Вскрытия еще не было, но на запястье правой руки Иконникова обнаружены две ранки. След укуса ядовитой змеи. Это что, неосторожность? Несчастный случай? Убийство! Почему? Во время нашей встречи с Иконниковым он сказал, что знает, кто украл скрипку. Но имя назвать отказался. За время расследования появляется сначала письмо, потом записка в кармане Иконникова, в которых говорится, что это Иконников украл скрипку. Складывается впечатление, что кто-то упорно нас наталкивает на эту мысль. Ну, по поводу мотива мести. Ход, конечно, наивный, но действенный, потому что у Иконникова алиби на момент кражи не было. Основные подозреваемые есть? Белаш. Будьте. Здрасте, мордасти. Вы же сами утверждали, что у него алиби, что он в Ленинграде был. Был, но я ему не верю. Почему? Рожа опять не понравилась? Или показалось, что он умнее тебя? Да не боится он ни допросов, ни милиции, ни самого Мура. А может быть, он честный человек? А давайте поставим телефон Белаша на прослушку. Владимир Иванович. Родники, я носом чую, это он украл. Ну или знает, кто украл. Ну или вообще что-то знает, а? Сама ничего. Ну какая разница? Поймите, все эти ваши улики, прослушивания, свидетельские показания, документы, суть нотки партитуры, из которых складывается мелодия мести. Или мелодия нажива. Но если эти две мелодии совместятся, будет симфония. Я так понял, вы за прослушку? Подумаем. Идите. Никогда от него такого не слышал. Что он имел в виду? Я думаю, он имел в виду сложность этого дела, ведь симфония — это вершина композиторского и исполнительского искусства. Да? Да. По крайней мере, так нас учили в музыкальной школе. Да, хорошо. Стасик, вас Владимир Иванович просит.
Что за драка в ресторане «Дома кино»? Жду объяснений. А это лично. Дурак. Лучше мне ответить, чем подкомиссия во главе с подполковником Калидой. Рассказывай. Не буду. Вот ты черт этакий. В любом случае, до конца расследования я запрещаю тебе посещение ресторанов, кафе и столовых. Ну, кроме нашего управления. А как я питаться-то буду? Дома. Хотя тебя же из дома выперли. Можно сказать и так. Где живешь? В Черемушках. У тебя там квартира, комната. Квартира. Чья? Вашей дочери, товарищ генерал. Воды. Что ж? Я думал, вам вода нужна. Ты женатый человек, Тихонов. У тебя дочь студентка. Ты офицер милиции. Ты коммунист, в конце концов. Как ты смел? Как тебе вообще в такое в голову пришло? Вот. Вот. Слушай, капитан Тихонов давно ведет антиобщественный образ жизни. Устраивает дебоши в ресторанах. Избивает подследственных. Ушел из семьи и живет с другой женщиной в ее квартире. Адрес указан! Женщина эта находится в подчинении у капитана Тихонова и является дочерью начальника капитана Тихонова, генерала милиции Шарапова. Был замечен в том, что неоднократно носил генералу Шарапову в служебный кабинет чешское пиво. Служебный кабинет? Чешское пиво? Что за бред? Какое пиво? Чешское, там так сказано. Ладно, слушай дальше. Капитан Тихонов живет на нетрудовые доходы. У него в личном пользовании автомобиль. Он каждый день надевает новый пиджак, в том числе кожаный, из высококачественной лайки стоимостью не менее 400 рублей. Откуда у капитана милиции такие деньги? Откуда у вас такая гадость? Сыгарева 6 прислали из министерства. Вообще, я слышал, их рассасывать надо. Я тебя сейчас рассосу без остатка. Как ты мог так, Станислав? Я люблю ее, товарищ генерал. Кого? Вашу дочь, товарища Лаврову. Лену. Ты. Я. Давно? Как в Черемушке перебрался с тех пор. Я это только сейчас понял. Разрешите, товарищ генерал? 3:20 ровно. Вы совещание назначили? Идите, Тихонов. Хотите чаю, Стасик? А давайте. Спасибо.
Свет мой, Оксана Леонидовна. Привет. Привет. Тебя как пустили? Сказала внизу, что ты твоя дочь. Не пустили. Мама твои вещи прислала. Спасибо. Как она? Не знаю. Позвони ей. Это моя дочь, Галина. Это Ной Маркович, эксперт-криминалист. Мы уже знакомы с Галичкой, если помните, Стасик. Ой, забыл. Я в лабораторию. Елена Владимировна, стажер. Угу. Ну, я пойду. А ты сама тащила эту тяжесть. Ну, что ты. Гарри спер. Пока, папа. Маме позвони. Коса Листы. Грант опера. 26-е, 27-е. Что? Должен быть. Привет. Давай за такси. Да. Здравия желаю. Здорово, Менделеев. Я с добычей. Заходите. Ну, Комова вы знаете. Садись, Комов, отсюда. Это задержанные. Константин Дьяков и Александр Булавин. Тоже садитесь. Куда? И сюда. Это родители. Здравствуйте. Мама задержанного Булавина. Пожалуйста. Папа Дьякова. Магнитофон. Протокол. Несовершеннолетний Александр Булавин и Константин Дьяков в предварительном объяснении в присутствии родителей показали, что магнитофон они купили позавчера на Тишинском рынке у незнакомого им мужчины. Словесное описание прилагается. По месту жительства Булавин А.С. и Дьяков К.Г. характеризуются положительно. Судимости и приводов компрометирующих действий не было. Улики? Только один вопрос. Откуда деньги на такой магнитофон? Они на автобазе 12 работают. Глав МОС Автотранса. Учениками автослесаря. Зарабатывают хорошо. А по вечерам в школе рабочей молодежи учатся. В 9 классе. Комсомольцы они. Спасибо. Да не за что. Звони, если что. Ну, пошли все. Куда? Домой. На Тишинку дальше разбираться. Чего еще-то? А? Комов. Деньги надо отдать, которые взял у ребят за ремонт магнитофона. И протокол оформить. Об административной на этот раз ответственности. Все, давай, не мешай народу. Пойдем. До свидания. До свидания. Thank you.
Маня. Хорек хвостатый. Приблуду за собой привел. Посмотри в окно. Так это прохожий. На мента он похожий. Твой прохожий. Ной Маркович, у нас новости плохие. И Конникова зверски избили. И лишь потом он умер от укуса змеи. Одержали его за руки так, что сломали запястья. Но умер-то он от укуса? Умер от укуса. Мгновенный паралич центральной нервной системы и сердца. Ах вы яд! Что вы говорите? Это не я говорю, это судмедэкспертиза говорит. А знаете, что еще я узнал в морге? Что еще вы узнали в морге? Покойников гримируют. Зачем? Чтоб красивее были. Губы красят, брови причесывают. Гадость какая. Стасик, у меня просьба, когда я умру, пусть меня хоронят в натуральном виде. Я прослежу. Спасибо. Ну, Иванович, но самое главное, их пудрят. Тальком пудрят. Значит, кожно-венерологических не ищем? Как же не ищем? Мы все ищем. Все ищем, что шевелится. Где еще могут покойников готовить к похоронам, кроме моргов? Не знаю. Может быть, в церквях? Точно. Верующих отпевают. Я другого вероисповедания. Да? А, да. Не подумал, извините. Ничего. Ну, Маркович, а евреев как хоронят? Как всех, Стасик. Закапывают в землю. Чего я узнала? Ну, что вы узнали? Я была в райпищеторге и в районном управлении внутренних дел. Вот что я узнала. Оказывается, Астафьева вышла замуж в 1957 году за администратора ресторана «Центральный» Белаша Петра Александровича, который скончался в 1966 году. Григорий Белаш. Сын Фокса. И пасынок администратора ресторана. Переплет. Какой переплет? Оказывается, именно Астафьева устроила ребенка в музыкальную школу и очень гордилась его успехами и заставляла мужа каждый день встречать ребенка из школы и скрывала от него, что работает в пивном ларьке. А про ее прошлое знали? Знали, что она сидела в тюрьме, а сколько и за что она никому не рассказывала, ее особо и не спрашивали. В торговой среде, как я выяснила, это не принято. Какая деликатная среда. А что прослушка? С момента постановки телефона Белаша на прослушку из квартиры было сделано 4 звонка, а в саму квартиру звонили 7 раз. А откуда звонили? Из консерватории Союза композиторов, из музыкальной школы номер 7. 4 звонили из зала тяжелой атлетики на больших каменщиках. Тяжелая атлетика. Штанга, гиря. Не похож гражданин Белаш на Васю Алексееву? Так может, он в другом весе, до 80 килограммов. А вот мы сейчас в этот спортзал поедем и узнаем. Что? У нас большие неприятности. Моню Содомского убило. Как-то убило. Громом, молнией, чем убил? Я говорю в среднем роде неопределенно, потому что не знаю, сколько было убийц. Один или несколько. Да. Очень профессионально зарезали. С большим знанием дела.
То есть? Убийца действовал длинным и тонким орудием. Заточкой или стилетом. Удар нанесен точно под левый сосок. Между третьим и четвертым ребром. Обратите внимание, из раны не вытекло ни капли крови. Очень, очень профессиональная работа. Есть хочется. И я не жрал, не ел целый день. А можно? Пригласить вас на ужин. Можно. А куда мы пойдем? Товарищ генерал запретил вам посещение ресторанов, кафе и даже столовых на время расследования. Есть места. И два пирожка. А с чем они? Неизвестно. Я один раз один такой отдал Ноя Марковичу Халецкому на экспертизу, в лабораторию. Они там месяц мучились, на атом разлагали, но так не смогли узнать, из чего это мясо. Но вы едите. И, как я вижу, с аппетитом. Ну, это вопрос веры. Если ты веришь тому, что на ценнике написано «пирожок с мясом», значит, он с мясом. Я не верю. Зрение, обоняние мне не дают поверить, что это мясо. Здравый смысл. Включите воображение. Включила. Что видите? Инфекционную больницу. И вас на больничной койке. Я хотел сказать... Говорите. Можно я завтра скажу? Можно и завтра.
Как ты? Я? Нормально. Галька дома? Нет, конечно. А где? Она мне не докладывает, где шлёндрит. Спроси сам. Ты же отец какой-никакой. Что значит какой-никакой? Я завтра уезжаю. Куда? Болгария, Румыния. С показом моделей. Надолго? На 2 недели. Я хочу, чтобы ты, пока меня не будет, собрал все документы, необходимые для развода. А что такая спешка? Пожар, что ли, полыхает? Я замуж выхожу. Подожди. Ты еще моя жена. Вот поэтому я тебя и тороплю. Ну ладно. Счастья в личной жизни, успехов в работе. Ты где живешь? У приятеля. Привет приятелю. Привет работникам искусства. Если бы ты не нагнулся вовремя. Однако хорошо он стреляет. С одной стороны, это, конечно, плохо. Это просто никуда не годится. В центре столицы стреляют в оперуполномоченного Мура. Сан-Франциско какой-то. С другой стороны, это признак того, что вы подобрались к ним настолько близко, что они задергались. Задергались, значит, начнут совершать ошибки. Я хочу услышать ваши соображения. Капитан Тихонов. Москвич был найден за корпусами завода «Серп и молот» на пустыре. Машина в угоне, мы проверяли, была угнана утром того же дня, когда стреляли меня. На руле и дверных ручках обнаружены отпечатки пальцев. О них вам расскажет Ной Маркович. Нам удалось сделать экспресс-анализ отпечатков и провести их по нашей картотеке. Отпечатки очень интересные. Где? В правом верхнем ящике. У нас возникла версия, что Григорий Белаш с кем-то осуществил кражу скрипки и убийство Иконникова, который, видимо, догадался, что Белаш и есть вор, который украл Страдивари. Это чудненько и красиво. За одним исключением. У Белаша, как вы говорите, стопроцентное алиби. Как с этим быть? А мы сейчас поедем его допрашивать, а заодно и квартиру обыщем. Мы? Это кто? Ты и Ной Маркович? Мы – это я и стажер Лаврова. Ты что ищешь, пап? Наградной пистолет. Привет.
Я верила вам. Я так вам верила, Станислав Александрович. Папа рассказал. Неважно кто. Вы дискредитировали меня. Он и так был против того, чтобы я пошла в милицию, а теперь... Да вы ни при чем. Это ведь я вас люблю, а не вы меня. Разве вы можете так говорить? Разве это шутки? Разве можно так играть словами? А кто вам сказал, что я играю? Потому что я слышала, что вы говорили про мою любимую Эдит Пиаф. Вы женатый человек, Станислав Александрович. Увы. Уже нет. Это что, тоже из-за меня? Нет, это из-за меня. Какой ужас. Ваша дочь. И как же вы теперь? Не знаю. Вот скрипку найдем и будем как-то разбираться с делами. Я не знала. Я думала, вы просто поссорились. Я тоже так думал. Папе сообщили о покушении на вас в час ночи. Он разбудил меня, и мы не спали всю ночь. Я так испугалась за вас. Вы колючий, как еж. Это что такое, а? Фу. Я думал, Ленин заговорил. Что здесь происходит? Целуемся, товарищ подполковник. Что? Свидание у нас. Что свиданка под... Нашли место, понимаете ли. Товарищ Лаврова, через 15 минут у нас выезд на допрос подозреваемого. Будьте добры, подготовьте, пожалуйста, все материалы для предстоящего дознания. Я жду объяснений. Объясняю. Ты эксперт Халецкого знаешь? А мы перешли уже на «ты», да? Я, между прочим, старше по званию. Не увиливай, отвечай на прямо поставленный вопрос. Ну, знаю. Так вот, Ной Маркович Халецкий – лучший эксперт-криминалист всех времен и народов – взял анонимку, которую ты на меня накатал, и взял твое личное дело из отдела кадров, сравнил по черкам и пришел к научно обоснованному выводу, что ты анонимчик Коляда. Я? Ты! Ты материалы последнего пленума Центрального комитета партии читал? Ну, читал. Плохо читал, выходит? Партия объявила беспощадную борьбу с клеветниками и анонимщиками. Партия борется. А ты анонимки пишешь. Нехорошо получается. Это я тебе как коммунист коммунисту говорю. А как мужик предупреждаю. Если еще раз свое рыло поганое в мою жизнь засунешь, я тебе глаз через ухо высосу. Григорий Петрович, вы не хотите отвечать на заданный мной позавчера вопрос? Нет, не хочу. Чего так? Вот вы на меня с ненавистью смотрите, как на классового врага, в то время как я питаю к вам совершенно противоположные чувства. Да? Да. Какие, если не секрет? Ну, например, жалость, недоумение, даже сочувствие в части истории с конкурсом. Поставьте на место. Да я только... Да, понятый. Вы чего? Да я только... Стасик, посмотрите. О! Заграничный паспорт. Куда собрались, Григорий Петрович? Финляндия. Выезд из страны до 17 августа.
Финляндию собрались, Григорий Петрович. Да. Туристическая поездка с творческой группой Союза композиторов. Сегодня какое число? 27 июля. С утра было. Вот еще. Единственная книга, кстати, в доме. Русско-финский, финско-русский словарь. Изучаете? Да, разве нельзя? Трудный язык. 14 падежей. Вспотеешь, склонятель. Скрипка. Виулу. Станислав Александрович. Что? Чего? Вот. Ну и что с ним? Он большой для него. Ваш плащик не великоват? Мода такая. Разве? А, по-моему, сейчас носят все приталенное и в облипочку. Где скрипка, Белаш? Здесь ее нет. Ну, тогда я вас арестую на 3 суток до предъявления обвинений. Воля ваша. Лаврова, за рояль. Играй. Что играть? Что хочешь, только громче. Классику какую-нибудь, Тихонохренникова. Всем молчать! А вас я предупреждаю, что любой звук, изданный вами, будет расценен как помощь преступникам. Да. Ну и мы записывайте. Тут дела такие. Моня спекся. Гармонь сегодня вынул. Часиков 3 ночи давай рандеву делать. Где, сам знаешь. Про Моню Садомского мы все знаем, Белаш. У меня только 2 вопроса. Гармонь — это скрипка? С первым вопросом все ясно. И второй. Где рандеву и с кем? Крышку закройте, пыль. Вы отвратительно играете. Так зато она следователь. Отличный. Именно она откопала в архивах Креста. Это с ним у вас сегодня рандеву? Капитан Тихонов, откуда звонили? Автомат, угол Красноармейского и Каменщиков. Это возле зала тяжелой атлетики. Станислав Александрович. Что? А мне табельное оружие не выдали. Слава Богу, меньше будет жертв. Какой вы? Леночка, возьмите мой. Мне он совершенно ни к чему. Спасибо. Дайте сюда. Зачем? Обойму и сыму. Нет. Тогда слушайте внимательно. Брать креста буду я. Что бы ни случилось, я повторяю, что бы ни случилось, без моей команды из укрытия не вылезать и оружие не применять. Повторите приказ. Без вашей команды ничего не предпринимать.
не балуй. Не балуй. Руки вверх. Нечего. Мне тоже. Что? Да ничего хорошего. Понесли. Жить-то будет? Буду. Вот пятно. Вы не знаете, в химчистке машинное масло сводит? Не знаю. Что я папе скажу? О чем? Ну и Марканьки. Не за меня. Мне отчет писать, что-нибудь придумаю. Вот зачем они штанги машинным маслом мажут? Наверное, чтобы не ржавели. Ладно. Вот, собственно, и все. Конец истории. Мука? Тальк. Преступник прятал скрипку в мешке с тальком. Зачем? Чтоб смешнее было. Лев Осипович, вот ваша скрипка. Это что за цирк? Вы за кого меня принимаете? Зачем подсовываете это? Сим скрипичных дел мастер Афанасьев Валериан оповещает, что 10 октября 1920 года им собственноручно закончена сия скрипка, и имя ей дано Валерия. Да. Этот ваш Белаш крутит нами, как хочет. А больше никому. И Конникова нет. Крест мертв. Остается только Белаш. В общем, так. Все разбивается об алиби Белаша. Как бурные волны о скалистый берег. Нам и предъявить ему нечего. Пока не найдем скрипку. А ключ от нее лежит в Ленинграде, как игла в яйце у Кощея Бессмертного. Поезжайте в Ленинград. Найдите мне это яйцо с иглой. Привезите сюда. Учился. Мои. Отец погиб.
при задержании особо опасного преступника. Ну, я ушел из института, поступил в высшую школу милиции, хотел отомстить за отца. У вас первая в жизни командировка. Угу. Спасибо. Ой, кислятина. Разве? Не заметил. А по мне так ничего. За любовь без обмана. Ленинград, прибываем. Чай горячий заказываем. Ленинград, прибываем. Чай горячий заказываем. Ленинград, прибываем. Товарищ Ленинград, Ленинград, прибываем. Чай горячий заказываем. Леонидов, рад тебя видеть. Излагай. Дежурная по этажу в Европейской сообщила, что Белаш пришел не очень поздно и просил разбудить его в 8 часов. И об этом есть запись в книге. Из гостиницы можно выйти незаметно для дежурной? По боковой лестнице можно. Минуя дежурную, выйти в ресторан на первом этаже. А оттуда есть прямой ход к парадной. Там по этой лестнице постояльцы к себе в номера дам водят. Блудливые ступеньки называются. Извините. Если после прибытия в гостиницу он вышел на улицу, поймал такси, поехал в аэропорт, то через полтора часа он был бы уже в Москве на площади Маяковского. Нет, добраться обратно он может тремя видами транспорта. Самолет, автомобиль и поезд. Самолет отпадает. Первый рейс на Ленинград 7:45. Никак не мог успеть к 8 в свой номер. Автомобиль тоже вряд ли. 600 километров за 7 часов – это невозможно. Все поезда из Москвы на Ленинград уходят до 12. Кроме скорого поезда «Ереван-Мурманск», который приходит на московский вокзал в 7:30 утра. Ну вот же. Поехали. Куда? В таксопарк. А где у вас диспетчерская? Здорово. Здорово. Чё, как ты? Ну и чё, он масло, ребят, меняет. А, нет. Витя! Пятнадцатого? Пятнадцатого. К 9:10 часам вечера в районе Европейской заказы были сделаны на три адреса. Московский проспект, а вот Охта и Кировский проспект. А, и в машине, которая на Московский проспект, пропажа. Какая пропажа? В смысле, находка. Какая находка? Чьи это за хрена? Так ему что? По нему музыканты настраивают музыкальные инструменты. Его звук невозможно подменить. Возможно, говоришь.
капитан! Что? Товарищ лейтенант! Товарищ капитан! Что еще? Скажите, здесь за границу посылки отправляют? Здесь. Что вас интересует? Скрипочка. Скрипку в Финляндию отправили? Когда было отправление? 16-го, 17 июля. Что, уже ушла? Ну что вы. У нас за эти числа еще и таможня не работала. Все-таки Бог есть. И имя его – бюрократия. Это ведь Лена во время обыска на квартире у Белаша обнаружила в шкафу плащ. Ну и… Ну так тот и оно. У женщин своя логика. Она сразу заметила, что плащ хозяину велик. Я плащ осмотрел и обнаружил на подкладке следы от стежков. Понимаете? Что-то было пришито к внутренней стороне плаща, а потом отпорото. Слева петельки для скрипки мастера Афанасьева, а справа петельки для скрипки Страдивари. Ну, или наоборот. Они пришли ночью на квартиру Полякова. Крест взломал дверь и остался на стреме. А Белаш прошел сразу в квартиру и прямиком в кабинет, где взял скрипку Страдивари. Застегнул плащ на все пуговицы, а скрипку мастера Афанасьева он завернул в салфетку и вынес ожидавшему его кресту, сказав, что это Страдивари, чтобы он сохранил ее до лучших времен. А может, они хотели ее продать почившему Моне Садомскому. Так, а потом? А потом крест поехал прятать скрипку в спортзал, а вот Белаш поехал на Курский вокзал и сел на поезд в Мурманск. Ереван. Ну, в смысле, Ереван, Мурманск. Григорий Петрович Белаш готовился к этому преступлению. Загоди готовился. Он тщательно все продумал. Все возможные ходы. За 10 дней до намечавшейся кражи он купил в магазине за 150 рублей скрипку работы мастера Афанасьева. Скрипка старая, но ценности не представляющие, поэтому разрешенная к вывозу из страны. В управление культуры оформил соответствующую справку на вывоз, приложил фотографии, паспорт инструмента. Все чин-чинарем. Комар нос не подточит, муха не пролетит. У вас есть старая скрипка и документы на нее? Да, у нас есть старая скрипка, документы на нее. Вот и вся таможня. Не искусствоведы же они, в конце концов. Утром приехал в Ленинград, зашел в гостиницу, принял звонок от дежурной, выбрал время, пошел на главпочтамт и отправил посылку. Город Хельсинки, до востребования. Только в посылку положил не скрипку мастера Афанасьева, а Страдивари. Задержанный Белаш доставлен. Я родился в тюрьме. Потом, после детского дома, мать забрала меня. А отчим дал свою фамилию. Мать любила меня. Любила безумно. Я понимаю. Она хотела, чтобы я прожил ту жизнь, которую у нее отняли. С отличием окончил музыкальную школу, поступил в консерваторию. На втором курсе моим мастером стал Павел Васильевич Конников, выдающийся музыкант. Кто нарисовал в шкафу кошку? Крест? Нет. Кошку я нарисовал. Это был привет всем вам. От меня, от мамы,
и от папы. Стоять. Прошу вас. Лев Осипович, дорогой, московский уголовный розыск возвращает вам украденную скрипку и просит вас впредь быть осторожным с замками, слесарями и знакомыми. Спасибо. Но принять ее я не могу. Мы все оформили. Не в этом дело. Из-за нее убили человека, который долгое время был моим другом и мечтал владеть ею. Из-за нее часть каких-то подозрений пала на меня. Я больше не могу ей владеть. Я написал прошение Министерству культуры о возвращении Санта-Мария в Государственный фонд редких музыкальных инструментов. Благодарю.